Мы тебе сейчас кое-что такое расскажем. И это просто такое... А вы няня новая, да? Леночку временно подменяете? Надеюсь, не временно. Ну, у него Барби. Свобода выбора. Почта играет. Лена была моей подругой. Ее убили. Пусть у нее будет хорошая реинкарнация. А то переродится каким-нибудь кальмаром. Кальмаром плохо. У него мозгов нет. Чистосердечное признание еще смягчает наказание. Фак. Да тут у всех сдвиги. Алымова со своей эзотерикой, Гараева инфантилизм, а Филимонова Ира контрол-фрик в чистом виде, а Петя в подчиненном положении. У кого был мотив? Ты думаешь, я убийца? А мужчина у него был. Смотр показал, что Елена была невинна. 28 лет. Монашка, что ли? Если алиби есть у всех, значит, его нет ни у кого. Ты знаешь, что люди при тебе разговаривать боятся? Там в престиже все на паранойи. Вот настоящий подозреваемый. У вас есть алиби? Конечно, конечно. Какое? Не помню. У кого-то у меня так вот долго, а? Ну как так вообще получилось, а?